Израильская модель и артистка Натали Дадон показала всем, где отдыхал один из лидеров Хамаса, пока в Газе велись военные действия. Натали Дадон, модель, которая ведет блог в Инстаграм, опубликовала сенсационный пост. В нем девушка рассказала, где отдыхал один из лидеров террористической группировки «Хамас», пока в секторе Газа велись военные действия. Она опубликовала снимки отеля в Катаре, в котором Исмаил Хания провел время со своим окружением. «Нет, я не здесь», — написала Натали. Но арабские СМИ пишут, что когда граждане в Газе подвергались опасности, участвуя в военных действиях против Израиля, Исмаил Хания и его окружение были живы и здоровы, остановившись в отеле под названием «Мандарин Ориентал» в столице Катара, городе Доха. Общая стоимость пребывания Хании в отеле составила около 1 миллиона долларов, включая расходы на спа-услуги в размере 26 тысяч долларов, 4 королевских люкса стоимостью 150 тысяч долларов и дополнительные роскошные услуги, предлагаемые Катаром. Между тем, мир винит Израиль в нищете и бедности граждан Газы. Для всех, кто жертвовал деньги на гуманитарную помощь в Газе, именно на это идут ваши деньги. Разве не приятно знать, что ты что-то делаешь? Благодаря вам Хания смог позволить себе дополнительную порцию икры. Поздравляю, написала в своем сообщении Натали Дадон.